Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, созрел у нас, да? Как тебя там, Бреоникс, поместить? Будет уж у нас вот тут вот сидеть. Так, дай-ка я его прокачаю, наверное, сразу же. Угу. Крутой, крутой динозаврик. Тут ничего сказать против не могу. Такс, дай-ка я, наверное, еще и монетки соберу. Надо было до начала серии это все сделать. А я что-то подзабыл. Ладно, ничего страшного. Что смогу, то соберу, да? Так, ну это я потом уже в конце вручную. Давай дальше. Такс, окей. Это у нас анкилодок. Поместили. Да, нам таких анкилодоков еще целую кучу нужно, чтобы прокачать до 40-го уровня. Так, здесь что у нас? Аммонит. Так, аммонит у нас пошел под воду. Так, слушай, когда-ка я его, наверное, качну до десяточки. Лишним не будет. Здесь заберем награду. Кстати, у нас чистое золото, ребята, накопилось... 12 тысяч очков доверия. Но это мне дали 10 тысяч за новый сезон, что ли, я так понял. По-моему... А, нет, там что-то спасибо за ожидание. Видимо, какие-то были проблемы в игре, и вот они решили это компенсировать. А почему, интересно, у меня здесь эволюции нету? Я разве не ставил? Вы что-то тут... Вы что-то мне свистун катясь заливаете. Как это у меня здесь не должно было быть эволюции? Эй! Зашибись. Я же этого... Подожди-ка. Нет, эниозавра я прокачивал. Слушай-ка, смотри-ка. Гигантозавр. А может быть, нам его до сороковки прокачать? Что у него за гибрид? Гигантоцефал. Он вместе со скалозавром. А скалозавр у меня есть 40-й уровень-то, кстати. Может быть, нам скалозавра плюс гигантозавра скрестить? Скалозавр, вот теперь он у нас выводится. И все, пока. Блин, меня отвлекли опять отважные мысли, блин. Что я хотел сделать-то? Скалозавр, пузозавр. Так, а это у нас что такое? Чтобы открыть, необходимо разместить здание. Фига себе, пак. Ай! Ерунда. Кстати, мы же здесь, по-моему, да, закончили строительство. Че только... Ага, вот, две. Смотри, смотри, смотри. Скоро получим 61 уровень, кстати. Так что территория у нас есть. Слава богу, нам хватит здесь разместить новых динозавров, если понадобится. Ну что, давай смотреть события. Ух ты. Эволюционная борьба. Тут возвращение... Дилофозавра. Прям возвращение. Нападение Дейнониха. Ох ты, вот это круто. Вот это круто. А что за поединки без ограничений? Слушай-ка. А давай-ка, наверное, мы рискнем. Так, континентальная Африка, что это такое? Оу. Спинозавр. Кентрозавр. Ничего себе. Слушай-ка, вообще шикарно. Я даже не знаю, за что браться. Давай, наверное, попробуем нападение Дейнониха пройти. Так, Пирораптор и Дейнониха. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну, против этого можно взять... У меня есть... Вот. Можно сделать так, а против Дейна них 26 уровня. Это 162 уровень, это 26. Молодцы. Че, неужели нам брать Нондогазавра? А своими силами никак, может быть, Таникалагрюса возьмем? Или вот можно взять Спинораптора, к примеру. И... Даже сделать вот так можно. Хоп, хоп. Поехали. Я должен, ребята, пройти это событие. Мне этот динозаврик новенький нужен.
Да и на них, но не факт, что я его получу. Сразу с атаки начнем. И вспомнилось, что хотел. Мы же хотели потратить очки доверий на чистое золото. Так, ну я же думаю, что перераптору кранты. Даже если он поменяется, я думаю, он здесь ничего не выиграет. Видишь, что творит? Хлоп-хлоп. Погнали. Перераптор отдуплился. Да и на них, 275 к атаке. Но я же говорил, ничего ему здесь не поможет. Тупо пропускает ход. А я тупо атакую. И размазываем его. Но этот, конечно, у нас крутой. Тут не поспоришь. Ух. Его бы еще до двадцаточки бы прокачать. Вообще бы цены бы не было, да? Ну. Кстати, а сколько он стоит по очкам доверия? Мы же не смотрели. Ой, по ДНК мы же не смотрели. Ну, в любом случае, сейчас нам не хватит. Как бы я не хотел бы приобрести. Че, опять то же самое, что ли? Да и на них и перераптор. Как скажете. А что если я возьму, например... Нет. Тут слишком слабо. Сколько ты на откате? Эх, не хотелось бы, конечно, тратить мне это все. Ладно. Попробуем сделать так. Раз. Раз. Два. И трис. Вот так вот. То есть, я так понимаю, будет именно три поединка с этими вот динозаврами, да? Дейнонихом и перераптором. Давай проверим его на жадность. Будет атаковать или нет? Смотри-ка, не стал. А если я, например, бомбанул? Ну, пробить не пробил, как ты видишь. А вот мне сейчас прилетит, по ходу дела, да? И мне прилетело. Хе-хе-хе. А он все потратил? Он же все, по-моему, тратил. На. Ох, ёк-макарёк, 511 к атаке. Я иду ва-банк, ребят. Е! Натянули. Натянули мы этого перераптора. Все, да выпендривался. Ну что? Следующий кто у нас там? Да, наверное, то же самое. Просто уровень может быть чуть повыше, может чуть пониже. Пониже вряд ли, а вот повыше, скорее всего. Да нет, а один в один идет. Один в один. Если я возьму, например, топилозавры. Барионикса. Нет, подожди, вот я лучше возьму Эдиоморфодона и... И нундагозавра. Да мне кажется, тут одного нундагозавра было бы достаточно. Просто чтобы их в щепки всех разнести. Проверим, прав я или не прав. Ну вот так я сделаю, к примеру. 256 к атаке. 893 к атаке. Есть разница? На, сразу половину здоровья снесли ему. Нет, тут он ничего не делает. Ну, догозавр порвет один здесь всех абсолютно. Вырубаем птичку. Давай, перераптор, иди сюда, пучеглазый. 271 к атаке. Эй, насмешишь ты меня. Ну-ка, проверка. Не прошел, к сожалению, проверку, ребят. Все. Вырубили. Ну что, теперь скреснем пальчики и будем надеяться, что мне выпадет все-таки не пирораптор. Хотя, понимаешь, там шанс
чтобы получить дейнониха, очень маленькие, но тем не менее. Эй, пирораптор, я уже вижу, ребят. Обидно. Обидно даже как-то. Хотел я получить дейнониха, но видишь, не судьба. Ну что, давай купим, наверное, чистое золото. И генодус. Такой у нас есть, друзья мои. Генодус есть. А что вообще тут можно вообще? Вот... Нет, я не хочу. Вот тигимолах. Это 100% он дается? Да, 100%. 50 тысяч очков доверий. Ого. Процитор. А, это VIP-набор. То есть его только за VIP можно, да, взять? То есть VIP я должен быть. Да успокойся ты уже. Так, давай заберем хотя бы награду. И поехали. Собираем моды. Совершим сделку. Сделку обязательно нужно совершить. Прогнатодон на 185 баксов. А что он такой? Давай. Деньги мне нужны. Нужнее, я бы так сказал бы. 8 карт. До конца боя уменьшает запас вражеского существа на 20%. Нет, это я оставлю. Очки доверия на бистро не буду менять. Баксы на очки доверия, издевайтесь, что ли? А вот берсом я вообще-то не пользуюсь. Но так мало очков доверий. Я, пожалуй, воздержусь. Очки доверия на 75 долларов. Давай. Это я, пожалуй, сделаю. Так, ну что? Закрываем здесь и... награду. Награду в карман сразу же. Так, у нас еще и тут какая-то награда. Или меня накололи? Нету. Обманули. Бунт рапторов. Что я хотел сделать? Я хотел заказать, сделать заказ. Вот так вот. Вообще шикарно. 100% получим 61 уровень. Даже там чуть ли не 62 у нас будет. Мне нравится. Пока есть деньги, нужно вкладывать, да, как говорится, в недвижимость. Ну что, поехали следующее, посмотрим, что у нас за событие. Довольно круто. Так, континентальная Африка. А здесь, блин, тоже прикольно. Только для уровня 10. Для любых животных уровня 10. Ага. А если я, например, опять же возьму вот так вот. Блин, 142, ну почему так дорого? Вот. Возьму. Так, только 10-го, да, нужно обязательно. Плюс, это спин. Ну, спинозавр это понятно, это фигня. Его разберем с полтычка. Да и в принципе, а почему не 121, 90 уровень? Куда они такие уровни-то берут, а? Объясните мне, пожалуйста. Это какой-то прям, знаешь, перебор. Нет таких левлов здесь. 95-й, 126-й, еще бы 298 или 999 бы сделали бы. Ну что, сразу сделаем укус. Половину здоровья отнимем. Почти половину. Это понятно, это фигня. Спинозавр. Ты гляди-ка, чё, а? Чё, выпендривается мне. Иди отсюда. Ой, астафрикозавр. 506 хп. Ушатает сейчас меня. Ну что, нам надо, наверное, бомбашить его. Сколько отнимем, столько отнимем. 207 хп остается у него. А две атаки-то ему придется потратить. Ай-тя-тя-тя, все, все. Топилозару его сейчас уничтожает, ребят. Даже если он там прикроется, ничего ему не поможет. Бамс. Хорошечно. Молодцы, красавчики. Ну что, давай-ка глянем... Что за следующий поединок?
Зухамим? 3000, ничего себе тут. Вот это заявочки, ребят. Ну, я возьму, наверное, спиннораптора здесь. Таника Лагриуса и... Наверное, надо взять Эдди Уморфодона. Или они вдвоем справятся? Справятся они вдвоем или нет? Блин, у него 847 к атаке. 847. Ладно. Для подстраховки возьмем Эдди Уморфодона. Так сказать, жирная добивающая точка. Поехали. Зухамим сотого уровня. Нормально? Как он, друзья, такой раскладец? Что он сейчас сделал? Ну-ка. Мне нужно его вывести на провокацию, чтобы он атаковал. Замечательно. Ну все, ему крышка. Goodbye, Зухамим. На тебе. Но это еще не конец. Еще один поединок у нас. Ну давай, 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 заканчивай там крутить, вертеть. Ох, ты кентрозавр и спинозавр. Ничего себе, ребята, посмотри, какие эти. Ху-ху-ху. Ну что, здесь... Я даже не знаю, кого. Ну давай возьмем птеродактиля. Блин, блинский. Ох, да, тут анкилодок и кто? Уинозавр? Значит, это надо делать вот так. Ребят, а другого варианта я не вижу. Просто не вижу. Естественно, этого мы подставляем как пушечное мясо. Его, естественно, сразу уничтожат. Но мне нужны именно... дополнительные баллы. Спинозавр мод 2, офигеть. Давай, трать две атаки, трать две атаки. Одну. Фиг с тобой, одну потратил. Погнали. Еще раз повторяю, этот спинозавр у нас идет... Точнее, уинозавр идет в мясо. Видишь, видишь, что творит. Ну атакуй давай, ё-моё. Есть. Теперь наша очередь. Теперь наша, друзья мои, очередь. Два, три, четыре. Я думаю, этого будет ему за глаза и за уши. Хлоп. Ну что, кентрозавр, что ты будешь делать? Все, ребята, он подписал себе смертный приговор. Анкилодок, добро пожаловать на арену. Сделай нам шоу. Пум. 14660 атаки. Я же говорил, что мы пройдем. Ни доли сомнений не было, что мы здесь не справимся. Ну что, забираем награду. Надеюсь, нам что-нибудь путевое там выпадет. Кентрозавр, например, или еще что-нибудь. Блин, Зухамим. Но это, по-моему, не тот Зухамим, да? Это легендарный. Или все-таки это тот? Дай-ка я гляну, тот или не тот. Я уже в них, ребят, во всех запутался. Кто, что? Так, у нас есть Генодус. Да, это тот самый Зухамим. Ладно, выводим. Нам все равно, ребята, нужно
прокачивать его. Здесь мы возьмем и поставим генудуса выводиться. Пока все, больше ни на что у меня не хватает. Долларов, долларов нету. И смотрим, что у нас еще тут осталось. Защитить свою территорию. Подводной, что ли? Понятно. Уходим. Любые животные гибриды. Это не по мне. Возвращение дилофазавра. Это что? Чисто дилофазавр, да? Гарантированно. Откуда вы берете вообще вот такие вот? Я не могу понять. Вот. Ну, как вот с ним драться? Нет, я, конечно, попробую. Возьмем идиоморфодона, например, и барионикса. И плюс ко всему этому я еще прибавлю тиранозавра. Просто, ребят, спортивный интерес. Вот, понимаешь, хочется мне посмотреть, смогу ли я пройти или нет. Так, идиоморфодон. Ну, понятно, что ты здесь пока слабоват. Тут у нас дилофазавр обычный и мод 2, да? Ну что, мы ему врежем, да? Врежем. Раз, два, три. Гуляй. Дилофазавр мод 2. Ну тут атака-то серьезненькая. Он потратит. Так, Брюник, сколько у тебя к атаке? Ага. У него там одна защита наверняка будет взята. Конечно же. А вот зря я это, кстати, сделал. Ребята, он же сейчас мне порвет Т-рекс. В этом деле вообще сосунок. Пробьешь? Пробьет. Прости за сосунка. Я не хотел. Забирай свои слова обратно. Ну, просто повезло, что он потратил все свои очки действия, противник. И за счет этого, конечно же, Т-рекс смог пробить. А так, конечно, ничего бы не вышло бы. Ну что, опять же. Блин, усиливаются, усиливаются, я вижу. Возьмем, наверное, Раджу. Нет, мы Раджу не возьмем. Мы сделаем немножко похитрее. Придется жертвовать кем-то. Наверное, тобой. Раджастега. И если что, на подстраховке будет кто? Кто, вот этот, что ли? Нет, конечно. Тоже из него подстраховщик еще тот. А подозавр будет на подстраховке. Только лишь, ребят, благодаря своему ХП. Не более того. Смотри, не стал ничего делать. Не стал меня атаковать. Да быть такого не может. Что ж ты там творишь? 6 очков действий он себе накопил. Все сливает. Красавчик. Я дождался. Я дождался то, что ждал. Так, 2000 у тебя хп, да? Раз, два. Три, раз, два. Вот так вот сделаем. Дилофазавр. Как ты поступишь? Он, ребята, просто тупо пропустил ход. Попробуем. Все. Пробили. А мы его пробили, а мы его пробили. Остается последний поединок. Ну, тут уже понятное дело. Сейчас возьмем Текс. Такс, и что? И, наверное, индоминус берем.
И вот так. Поехали. Ну вот тут, если честно, под вопросом у меня в данный момент. Фиг знает, как карта ляжет. Если он сейчас две атаки влепит, не стал. Три очка. Ага. Все слил. Красавчик. Все слил. Подчистую. Раз, два. Ой-ой-ой. Ну да, в принципе, нормально. Раз, два, раз, два. Вот так вот сделаем. Как он потратит? Никак, он не стал ничего делать. Это его проблемы. Это его, ребят, проблемы. Хорошо. Индоминус просто не стал разбираться. Прощелкал его, да и все. Просто прокомпенсировал, да? О, $50, спасибо, ДНК. И две карточки на Дилофазавра. Я считаю, не зря повоевали. Да, друзья, к сожалению, любые животные гибриды. К сожалению, я пока больше здесь ничего не смогу сделать. Вот эти два события мне не пройти. В связи с тем, чтобы не кем драться. Но у нас есть еще задания. Ежедневные, конечно же. Да иди ты разберись там. Значит так, использовать ускорение, собрать моды. Давай, Чарли. Что-нибудь путевое нам подкинь. Увеличит показатель атаки всех союзных. Нормально. Что на этот раз ты нам выдвинешь? Увеличит показатель. Да то же самое. Все, задание выполнено. Так, завершите все ежедневные задания. Понятно, используйте ускорение. Вот с ускорением-то как раз будет все очень плохо. И, кстати, нам нужно будет поставить эволюцию. А кого мы будем эволюционировать, а? Давай-ка подумаем. Лемносцелис нам не нужен. Лозавра, что ли? Можно поставить стегозавра на эволюцию, например. Вот, кстати, я что хотел сделать, ребят. Давно хотел шунозавра поставить на эволюцию. Пускай стоит. Денежку заберем. Кстати, у меня же там, по-моему, здание какое-то есть. 4%. Давай разместим тут костерчик этот. Пускай стоит. Что у нас еще тут? Пускай тоже будет. Игровые автоматы. Ну, давай игровые автоматы здесь поставим. От них все равно никакого бонуса нету. Они стак сами по себе. Американские горки. Устройство слежения за солнцем. Карусельку. Карусельку. Вот. Даже сюда ее можно было воткнуть. И офис службы. Подожди, это уже за деньги. Фонтан. Вот сюда вот его поставим. Все, здесь все, ребят. По поводу ускорения не знаю, как вам быть. Чтобы сделать, ну, чтобы завершить нам это задание. Пойду я, наверное, в Кеннозойку поиграю. ПВПшка. Каназойская эра. Раз, два, три.
Сейчас будем драться. С какого перепуга мне таких мощных-то выдают сейчас в последнее время, я не понимаю. Не ниже 40 уровня практически. Плюс гибриды. Но ведь это несправедливо. Ну, что ты будешь долго мне вот этот вот мозг выносить своим кругляшком этим? Че, зависло? Нет. Прогрузилось вроде. После обновления почему-то очень долго начинается вот эта фигня у них тут происходить. Ну и что ты сделаешь, архиофицион? Ничего. Думает, думает, что бы сделать. Опять ничего. Проверка. Ать. Не пробил. Ну и он-то вряд ли меня пробьет. Фараракс взял, да? Он взял Фараракс, и он думает, что он крутой, что ли, я не могу понять. Ну-ка, прощелкай его, пожалуйста. На! Все, осел сразу же. А тут классовое преимущество, ребят, идет. Тут классовое преимущество идет, вот в чем беда. Одну атаку сделал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я рискую. Оправдался риск. Слушай, подожди, а по Ноктус у нас классовое преимущество перед этим или нет? Можно мне глянуть? Слабость, ё-моё. У нас идет перед ним слабость. Как мне его пробить? Если я 8 солью. Хватит или нет? Есть. Я рискнул и победил. Оно того стоило. Канозойку мы прошли. Но теперь нам нужно еще обычных 3 ПВП-боя сделать. Приз любителя. 80 очков доверий. Еще разочек крутанем и заберем еду. Допустим. Ох, как же сделать-то лучше? Есть одна задумочка у меня. Это если, например, сыграть на водной, на обычной водной, но взять именно 10 уровня. Например, сделать так, так и вот так. Потом их просто, ребята, ускорить на откате и все. И, в принципе, должны будут засчитать нам это задание. И, конечно же, как ПВП будет, тоже должны засчитать. Слушай, ну тут, по-моему, противник слабее нас идет. Ну, не этот противник. Смотрим, что он сейчас тут будет. Он будет меняться. У него бакулит здесь есть. Да, у них... классовое преимущество перед моим классом в данный момент. Геозавр. Слушай, а у нас, если вот этот вот
кто? Так, водный. Это вот этот, получается, у нас, да? Сделаем, короче, вот так. Ну давай, геозавр, думай, соображай, что ты хочешь сделать, как ты хочешь это сделать. Хм. Я немножечко удивлен. Чутка буквально удивлен. Раз, два, три. И вот так. Хорош. Так, ну что, выползает у нас бакулит. Ну давай, сливай тогда всего уже бакулит. Фигли ты. Все слил. Нет, нам надо будет меняться с тобой. Черепашка, придется, к сожалению, поменяться. Раз, два. Три. Слушай, он точно все сливал? По-моему, точно. Не точно, ребята. Ай, не точно он сливал. Ладно, хорошо, но все равно защита есть, но он может поменяться вот на этого. Он так и делает. Тут нам понадобится протостега. Раз, два, три. Готов. Готов. Бакулит, ну что у тебя, 99 к атаке. 6 очков действий. 3 очка действий он, ребят, потратит. Да? Логично будет? 4. Вообще топчик. Ну что, придется его просто размазать. Размазать его, понимаешь? До свидания. Ну вот, теперь смотри, мы отыграли этот поединок, выиграли. Мало того, что еще должны сделать откат. То есть вернуть их в боевое состояние, тем самым завершить еще одно задание. Приз новичка. Что нам тут выпадает в приз новичков? О, 100 очков доверий. Так, рекламка будет? Так, и еще 50 ДНК. Окей. Так, вот теперь я хотел кое-что глянуть. Опять же, берем вызов. Переходим сюда. И вот здесь, ребята, их ускоряем. Подожди-ка. Вот. То есть, сделали мы с тобой 3 ускорения, соответственно, задание должно быть выполнено. Ну что, и последнее. Это ареновский бой. Теперь давай-ка мы сделаем же более-менее серьезный поединок. Раз, два, три. Как говорится, бизоны наши выходят на поле боя. И сейчас нам тут дадут гибриды, шмигиды. Ну вот, я тебе о чем говорю. Все 3 гибрида, прикинь. Стоит только мне взять повышенный какой-то класс. Но здесь, кстати, очень хорошо. Хо-хо. Но он поменяется. Он, скорее всего, поменяется. Естественно, испугался сразу же. Пошел меняться. Проверочка. Ну что ты там заерзал? Опять меняется. Ой-ой-ой-ой-ой. Лептостега завязывай, давай так шутить. А если я рискну? Я так и думал. Я так и думал, что он возьмет все-таки одну очку доверий. Меняется. Блин.
Генолдус, ты извини, но придется тебя выставлять сюда. Я другого варианта не вижу, просто не вижу. Ты как бы нам здесь не пригодишься, поэтому его придется, ребята, стравливать. Он силен против... Ух. Хорошо, ты выпендрился, хорошо. Он все слил, что у него было, поэтому, друзья, сливаем здесь. 1700, да? Раз, два. Нокаутируем. Липтостега. Что же ты сделаешь, Липтостега? Неужели сейчас пробьешь меня по полной, а? Меняет. Так, ну что, тут главное не обделаться. Блин. Не пробил, к сожалению, друзья. Ну что, он меняется на Липтостегу, скорее всего. Нет, зачем он меняться на Липтостегу, если можно вот так вот сделать. Раз, два. Раз, два. Три. Я не доверяю этой Липтостеге. Я лучше пережду. И я правильно сделал. Я правильно сделал, что переждал. Потому что Липтостега сейчас у нас отхватывает по полной. Все. Видишь, как я взял защитку, а он решил меня пробить. Пш, за что и поплатился. Его проблемы, одним словом. Ну что, ребята, а я приз эксперта забираю. Так, еще, наверное, рекламка будет. 250 очков доверий. Окей, итого 4000 очков у нас получается. Ну что, и забираем, естественно, нашу ежедневку. А куда же без нее-то? Запрос обрабатывается. Давай, обрабатывай быстрее. 40 долларов. И еще 95 очков доверий. Так, бунт рапторов. Опа. Карнораптор, прикинь. Выпал мне. Вот так вот взял, просто и выпал. Так его пришлось бы выводить, да, через ДНК. А так карнораптор просто на халявку мне упал. Шонозавр. Давай-ка мы, наверное, быстренько. Быстренько не получилось, к сожалению. Я думал, что он сейчас моментально эволюционирует, но нет. Так, где у нас карнораптор свеженький, готовенький, который хочет выводиться? Вот он. Замечательно. Ну что, друзья, на этом я буду сегодня завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!